Рассмотрим структуру, которая используется по умолчанию реляционными базами данных для того, чтобы создать индекс, в том числе и кластерный индекс, построенный по первичному ключу. Это B-дерево. B-дерево хранит ключи в порядочном виде в своих узлах. А на листьях дерева могут быть для кластерного индекса сами данные, а для некластерного индекса ссылки на данные. При этом, если мы хотим добавить какой-то элемент, который находится между двумя уже упорядоченными элементами, то создается новый узел, в который этот элемент и добавляется. И в случае, если у нас добавится элемент какой-то между элементами данного узла, то также создастся еще один узел, в который этот элемент и будет добавлен. Поиск по дереву осуществляется таким же образом. Мы сравниваем на корнем дерева значение, находим, в каком именно промежутке находится искомое число, и дальше спускаемся по листьям, стараясь найти, в каком именно узле находится искомое число. Сложность поиска в такой структуре логарифм от n. Индексы, построенные на B-дереве, хорошо подходят для операции сравнения элементов, поскольку ключи в B-дереве являются числами, которые легко сравнивать между собой. И также в реляционных базах данных в B-дереве обязательно есть узел, который относится к null-элементам. И, соответственно, в B-дереве легко проверять элемент на равенство или неравенство null. И, естественно, так как эта структура подходит для операции сравнения, то сортировки и группировки проходят быстрее, если мы повесим индекс на поля, по которым мы производим группировку или сортировку.